Привет! Сегодня мы приехали из Гоа в другой штат, Карнатака, в небольшой городок Хампи. Ехали мы достаточно долго, 10 часов, хотя от Гоа до Хампи всего лишь 370 километров. Просто очень плохая дорога, гористая, холмистая, и автобус по серпантинам не может ехать быстро. Поэтому мы всю ночь сидя спали, устали. Но мы добрались все-таки в Хампи. Хампи — это потрясающее место, очень красивое. Сзади меня храм Вирупакши. Это одно из воплощений бога Шивы. Тут еще несколько строений. Хампи выглядит примерно вот так. Здесь более 100 различных достопримечательностей храма. Тут огромные осыпи камней, и это потрясающее место. Thank you.
нашего гестхауса, переплавились на лодочке на другую сторону речки, взяли в аренду байк, который стоит 150 рупий, хотели 200, но мы торговались, и 90 рупий 1 литр бензина. Нам залили и сказали, что на 15 километров нашего маршрута этого вполне хватит. Будем надеяться, что это правда. И сейчас Стас пошел торговаться за кокос. Мы решили, что раз мы в Индии, кокосы здесь на каждом шагу, и они дешевые, будем каждый день есть по кокосу, потому что они очень полезные. И сейчас мы направляемся вон на ту белую точку. Фонарь шатал.